Сегодня получилась достаточно нервная игра. Вам удалось войти в концовку после отрыва в минус 15 или минус 16. Чего не хватило в конце, в первую очередь? Не хватило начала, потому что мы вначале слишком провалились и позволили большое преимущество им иметь. И было очень сложно уже доставать в конце. И пару промахов из-под кольца, из простых ситуаций, к сожалению, не позволили нам выиграть эту игру. Безусловно, тяжелое для нас поражение, но ничего не остается, как сцепить зубы, тренироваться и доказывать, кто мы такие. В первой половине, если не ошибаюсь, было 0 очков в быстрых отрывах у вашей команды. Изменилось в четвертой четверти заметно, что стали, по-моему, больше, да, в быстрых отрывах набирать очки. Ну да, побежали немного. Ребята затормозили нас зоной защиты, как бы заставили нас играть более позиционно. И у нас не получалось после промахов их быстро убежать. И поэтому как бы была задача ускорить темп. И это нам удалось во второй половине. Второй раз в этом сезоне вы играете в Харькове. Первую игру выиграли, да? Ну, хотя тоже несколько четвертей была достаточно сложная игра. Что-то поменялось в игре соперника, ну, с вашей с точки зрения, сегодня, когда вы играли против «Сокола»? Нет, практически ничего не поменялось. Как тогда играли в зону много, так и сейчас. Спасибо большое.